Самые талантливые студенты учатся в Нижневартовском социальном гуманитарном колледже и Югорском госуниверситете. В Ханты-Мансийске сегодня подвели итоги 17-го окружного фестиваля «Студенческая весна». Два дня больше 500 ярких представителей творческой молодежи со всего региона боролись за звание лучших в музыке, театре, хореографии и журналистике. За это время жюри посмотрело почти 200 номеров. И уже по сложившейся традиции в каждой номинации вручили награды золотым, серебряным лауреатам и обладателям гран-при. Теперь победители представят Югру в финале всероссийского конкурса. Он пройдет в Перми уже в середине мая. Просто удивляет, да, потому что однозначно находится какой-то номер, который тебя немножечко шокирует, потрясает, и ты думаешь, может, я зря вообще этим занимаюсь. Вот же есть ребята, которые лучше тебя, быстрее тебя, моложе тебя, интереснее. Но потом проходит какое-то время, успокаиваешься, думаешь, нет, еще есть порох в пороховнице.